Всем доброе утро. Я с утра рано, мы сегодня все встали, кашку наварила себе с сухариками. Сахар каждый себе засыпает. Лизонька у нас в гостях, Степочка. Сейчас мы, в общем, все кашку покушаем. Всем приятного аппетита, ребят. Мы тоже сейчас кушаем. Они у меня тут помогают убираться. Детки сняли, Лизонька сняла все постельное у меня. Степка сейчас цветочки будет поливать и пойдут кушать. Сейчас я буду тут убираться. Постельное занесла, сейчас буду постельное менять все. А здесь ребятки у меня поснимали все постельное. Сейчас я буду тоже чистенько одевать все постельное. Они сидят, играются компьютером. Они сказали не снимать. Сейчас они пойдут кушать. А у нас погода сегодня. Холодно. Молодец. Холодно. Я штаны одела. Сейчас еще кофту, носки надо одеть. Вообще, ну, бог. Сейчас пойду кушать еще. И залезла на кроватку, кашку с собой притащила и сухарики. И сижу, смотрю фильм «Пропащие». Кто там сейчас глянет? «Пропащие». Невеста. Короче, он будет идти до 6 вечера. Вот представьте, как мне сейчас убираться. Хорошо, кушать мне не надо готовить, у меня борщ. Сейчас я буду в процессе убираться, стираться и смотреть кино. Мне она очень понравилась, я его с утра смотрю. Так что, и сейчас кашку покушаю. И вот целый день у меня будет вот так. Так. И поехать буду. Потому что суббота. Все, ребят, я порядки навела. А здесь я валяюсь. Лежу под пледиком, смотрю кино. И бегаю, короче, туда-сюда. Убираюсь, посуду мою, пол помыла. Короче, все туда, пулей. Туда-обратно носилась. Так, в зале тоже полы перемыла, все убрала. А там ляльки играют в телефоны. Все сделала мама. На кухне тоже я прибрала, все помыла. Все сделала, у меня борщ готов, я буду попозже кушать. Здесь у меня готовится свекла. Надо воды добавить еще. Салат буду делать со свеклой. Воды залила полную. Пускай варится. Какой салат, еще не знаю, какой-нибудь придумаю. На улице у нас пасмурно. Солнышка нету вообще, вот так вот целый день такая погода. Я все перестирала, все убрала, все вещички. Так что ветерочек дует хорошо. И я пойду сейчас отдыхать. Ну, в принципе, я и отдыхаю. У нас 20 градусов на улице. Я, в принципе, лежу, смотрю до рекламы. Реклама началась. Это представьте, я в зеркало даже не смотрелась, ребят. Смотрите. Мне ни дети даже не сказали, у меня футболка на бок. А я еще утром одела, думаю, да что-то что-то странно. Хоп, там мишка не то. Целый день. А еще думаю, что здесь торчит? Представьте, ребят, целый день. Мне даже некогда было посмотреть в зеркало. Потому что мне кино это отвлекает. Оно идет интересно очень. Это вообще жесть. Буду 6 вечера идти. Я промежутками, так вот, пулей, посуду помыла чуть-чуть, бросила. Реклама закончилась, я все опять сижу, смотрю. Опять, короче, реклама началась, я опять посуду мыть. Так, короче, посуду на 3 рекламах только помыла. Потом бежала пыль вытирать, потом пол мыть. И, короче, вот так вот, ношусь, сюда. Вещи развешивала. Короче, вообще, пуля. Сейчас пойду футболку переодену. Лошара вообще. Ну, я на скатке холодно. Я замерзаю. Не. Пошла, короче, сейчас дальше буду валяться. Фильм еще идет. Я это вышла поснимать, что я сделала все. И сейчас чуть-чуть полежу и пойду кушать борщ. Пока реклама была, я, короче, пошла, наложила кушать. Сейчас буду где-то кормить. Так, борщ мой. Лиза со сметанкой, Степка без сметанки. Yes. Так, это им перчика не сказали будут кидать. Я со сметаночкой. Я буду сухариками, а не с хлебушком. Так что я пошла. У меня там кино. Я смотрю кино. Чайник поставила и свеколочка у меня там еще доваривается. Так что приятного аппетита, ребят, всем. Короче, сижу, я тут кино смотрю. И кушаю борщ с сухариками. Вообще очень вкусно. Кино, короче, меня не отпускает, ребят. Ну, кино посмотрите, очень интересно. «Пропавшая невеста» называется. Чайник закипел. Ключ.
Копьё. Николай Иванович, вы думаете, есть что-то, чего мы не заметим? Понимаете, хороший следователь должен замечать не то, что есть, а то, чего нет. Лиза, мне нужны все известные контакты вашей матери. Те контакты, которые у меня были, остались в материалах дела, и у меня нет к ним доступа. Уверена, что список сохранился у маминой коллеги и личного ассистента Ирины Ковачёвой. Помните её? Помню. Ирина, здравствуйте. Я понимаю, что у вас уже новая жизнь, но мне очень нужна ваша помощь. Здравствуй, Лиза. Я готова помочь. Мне нужен список контактов моей мамы. Зачем это тебе? Следователь Титаренко, который вел мамино дело, возобновил расследование ее исчезновения. Пока не официально. Почему он решил возобновить это дело? В участке сгорел дом. Очень вкусно. Евгений Бергенец, это сын Валентины Степановны. Николай Иванович полагает, что Евгений удерживал в этом доме мою маму. А еще он думает, что женщина, которая выдавала себя за невесту Евгения... Кушать идите, ага, ребят, уже остыло. Мы только пошли кушать. Это же прекрасно, Лиза. Я с удовольствием тебе помогу. Мне кажется, где-то остался файл с контактами твоей мамы. Пока. Чего ты там шуршишь? А, перец кидаешь? Думаю, что там он делает. Я не думаю, что борщ такой без зажарки будет очень вкусный. Меня мой вчера нахвалил. Какой борщ вкусный. Он никогда не любил этот борщ из-за зажарки, я так думаю. Потому что он говорил, что зажарка ему не очень нравится. А вчера прям так его хвалил. Я ему сказал, что без зажарки. Он говорит, вот причина в чем. Спасибо. Так что потом прикол расскажу вам. Я покушаю. Расскажу. Интересная история. Сухарики будете? Нет, спасибо. Лежалась я, ребят, отдохнула чуть-чуть. И поехала я в магазин. Мне сыночки нужно посмотреть брючки черные к школе. Так что, чтобы завтра не ездить, решили сегодня съездить. Я уже на остановке стою. Жду газель. С зонтиком. У нас потому что идет дождь. Дождь. Борызгает. А мы газелечку ждем. 303, сейчас 418-я поедет. Ребят, мы уже на ЖД вокзале. Ой, так что тут гуляем, дождик брызгает, но нам хорошо. Мы под зонтиками идем. Нет, я зонтик не открыла сейчас. Так иду. Клевая погода вообще, прям так свежо. Не жарко, прям хорошо, хорошо. Какой-то магазинчик новый. Наш ЖД вокзал. Красивый такой, бирюзовый. Мне вообще цвет бирюзовый нравится. Клевенький. Кто ты? Да вот там уже закрыто написано. Ну? 55 магазинов, а это еще раз. Еще надо...
Пойдем посмотрим. Короче, пойдем посмотрим. Камеру забрызгала. Камеру дождиком забрызгала. Короче, купим, тут 50% у нас скидка. Короче, все закрывается. Мы пойдем посмотрим, что тут. Ой, где ступенька? Так он только появился, уже закрывается, что ли? Шони. Какой большой он, да? Я тут ни разу не была. Я кольцо хочу себе. Она говорит, это кольцо. Я говорю, хочу кольцо или сережки, не знаю, что из них. О! А что, камера включена у меня? О, ребят. Вот такая солнечко. На улице дождь. Дальше потопали. Столько зеркал. Я только иду на зеркала смотрю. Часики красивые. Прям блестят так. Обалдеть. Смотрите, дождик идет. Такая аллея красивая. Обалдеть. Короче, мы кругами шаримся. Сейчас еще в горе пойдем посмотрим, что там есть. Я под зонтиком. Клево, клево. И дождик ни по чем, зато свежо. Вообще так кайфово. Мне очень нравится гулять под зонтиком. Ну правда, конечно, вот и мокрые все. Ну ладно. Брызги, потому что идут со всех сторон. Пофигу, прогуляться надо. Сейчас зато прогуляюсь и приду домой. Я и так уставшая была. Ну как бы я чуть-чуть отдохнула. Ну как бы я упаду и усну. А, это будет кайф. Ой, ребят, я такая довольненькая. Дождик идет, мне тоже перестал. Купила себе наушники, зарядные приставки. И купила брючки Степана черные, какие он хотел. Так что не зря, ребят, ездила, я сразу выбрала, мне подобрали. Потому что на работу мне неудобно постоянно зарядку таскаю туда-сюда. И не нравится мне это. Я взяла за этого шнур. У меня блок есть. А шнур у меня, короче, глючит, он плохо заряжает. И сейчас попробовали, такой нормальненький прям. Так что бегу сейчас туда. Дождик брызгает, зонтик не хочу открывать. Клево вообще, такой кайф. Люблю такую погоду. Ну я люблю жару, люблю, когда дождик идет. Ну что не холодно прям, нету такого ветра сильного. Брызгает и брызгает. Просто сейчас челка у меня начнет куча... Ой, не прошла я? Нет, не прошла. Выбираю себе подарок. Колечко или сережки. Ой! Не знаю, что еще. Смотрю. И вот такие штанишки сыночки взяла. Черненькие. Очень хорошие. Ему понравились.